Всем привет на Paperboy, с вами, как всегда, Марк по воскресеньям. И сегодня 31 декабря 2017 года, вот уже подходит к концу этот год, и я не знаю, как у вас, а мой 2017 год был просто шикарным. Если честно, это какой-то взрыв мозга просто, потому что произошло слишком много всего, и слишком много всего неожиданного для себя я открыл, и причем в себе самом же, в том числе. И да, в 2017 году я присоединился к команде Paperboy, что было для меня каким-то, я не знаю, шоком, потому что я всю жизнь был очень застенчивым человеком, очень скромным, очень скрытным. Если честно, вообще не могу в это поверить. Я абсолютно не такой человек, чтобы что-то делать вообще на публике, что-то где-то там светиться, даже если это интернет, а не сцена, да? Я вообще не такой. И вот этот прорыв, это действительно огромный прорыв для меня. Он открыл во мне еще очень много всего, чего я о себе не знал. Я даже не знал, что во мне это есть. И что, оказывается, я могу перебарывать свою стеснительность. И что, на самом деле, я не стеснительный человек по природе своей. И Paperboy, как бы, для меня это не просто канал, для меня это еще вот такой вот портал, что ли, был в себя самого, это прекрасный источник, что ли, самопознания, и я просто в каком-то диком шоке. Я совершенно случайно решил присоединиться, помню, и я помню, как я сильно боялся. Очень сильно боялся этого всего, и я смотрю на себя сейчас, и что теперь это сплошное удовольствие что-то вообще делать, что-то выкладывать, делиться с вами информацией. Это чертово безумие, и я рад, что в жизни все так может меняться, и я рад, что я меняюсь, и мир вокруг тоже меняется. В 2017 году у меня произошло очень много новых знакомств благодаря каналу, и я встретил реально классных ребят, и я очень рад, что круг моего общения, в общем, расширяется и расширяется, это очень здорово. Конечно же, самое главное, это то, что я делюсь своим опытом с вами. За эти полгода, как я на этом канале и вообще на YouTube, я понял, насколько людям этого не хватало, и насколько русское транс-сообщество в этом нуждается. И для меня это действительно важно, быть частью чего-то такого. Спасибо большое за просмотр этого видео, и встретимся с вами в следующем году на Paperboy. Я собака воет, блин.